Я только что принял решение, и думаю, вы его поддержите. Юлия Александровна Светличная, пожалуйста. Мы организуем работу следующим образом. Для того, чтобы этот контакт... Присаживайтесь. Для того, чтобы этот контакт был постоянным и четким. Давайте сделаем так. Вторник, каждый вторник, с 17 до 19, вы принимаете жителей Краснокутского района, кто посчитает нужным со своей проблемой к вам приехать. Неважно, это пенсионер, ученик с родителями или глава сельсовета. Определите день и каждую неделю. Единственное, я бы просил, чтобы после Дня независимости, потому что Юлия Александровна задействована в областных мероприятиях, и я ее просил также наладить работу в свое время в Сахновщине, в Зачепиловке, и у нее это получилось, можете там с людьми поговорить. Поэтому она просто будет, извините, немножко занята в рамках Харьковской области до Дня независимости. Давайте мы, скажем так, после 25 августа каждую неделю вы проводите выездной прием. Итого, один прием вы проводите в городе Харькове в неделю, второй прием выездной в Краснокутске. Но не в стенах районной администрации, это как исключение, а определите непосредственно с людьми, непосредственно в селах. И рассматривайте эти вопросы, как-то подойдите к тому, что вы приезжаете, час, грубо говоря, может два, столько, сколько надо людям. Рассматривайте вопрос района, а второй час того сельсовета, того села, в который вы приехали. Принимается? Юрий Александрович, я вас убедительно прошу сделать так же качественно, как вы умеете, как вы это делаете в Сахновщине, в Зачепиловке. Я поеду в Сахновщину и в Зачепиловку и скажу, что у вас есть дополнительная нагрузка по моему распоряжению, мы там договоримся.